Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, коллеги, здравствуйте, друзья. Вот и подходит к концу 2016 год. Совсем осталось немного времени, и куранты пробьют. Они пробьют вход в нашу жизнь 2017 года. Я благодарю вас, что вы были со мной. Я благодарю вас, что вы писали мне вопросы. Я благодарю вас, что вы действительно повторяли то, о чем я то, чему я вас обучаю, и достигали результатов. Потому что для тренера самое важное, если его обучение дает результаты людям. И если у вас есть результаты, то значит моя частица вложена в ваш труд. С Новым годом, мои дорогие! С наступающим годом петуха! Он будет ярким, он будет красочным, потому что он красный петух к нам идет. Он будет нести истину, настоящее, любовь, энергию. Но для этого нужно потрудиться. Потому что для тех, кто в 2017 году не сделает шаг навстречу своим желаниям, у него этого не произойдет. А те, кто сделает шаг и начнет это делать, то у того в 2017 году будет все, чего он только пожелает. Тот, кто не замужем, выйдет замуж. Тот, кто не женат, женится. Тот, кто еще не нашел свою любовь, найдет свою любовь. А тот, кто работает в компании Faberlic и действительно строит бизнес, тот обязательно достигнет высочайших результатов. Потому что компания Faberlic именно в 2017 году готовит для нас нереальные возможности, которыми вы сможете воспользоваться. С Новым годом вас! С новым счастьем! С новой любовью! С новыми достижениями!